D'accord. Blame that. And suddenly the defense is on the back foot. Нет, да я уже такое. Блин, вот это что такое? Это за косой. Ангер Мишки уже слышен в скайпе. Опа! Да ё-моё, ну дай сюда мяч. Нет! Бля! Да вот так вот насел, ну насесть. Давай, долби! Насел на насесте. Вот, смотри, как все получилось. Всего лишь, ты вроде выбил, а тут-то у меня второй. Он вроде как ударил. Но тут-то ты подставил ножку. И прям к моему. И мне только осталось сделать шпунь. Вот какого хрена мой мой твой шпунь, нет шпунь. Да что ж такое? Тебе. По всей морде. Кто тебя поставил в ворота? Тебе надо, блядь, горшки мыть от говна, блядь. Ну как можно было такой гол не словить? Он прям его влетел с этими корявыми ручищами, его поймай, блядь. Смотри. Я откуда смотрю, забил? Откуда он забил? Ну, нормально. Раз, все, прям поймал. В уголок. Да блин, это тут ну, смотри, смотри, вот сейчас будет. Вот отсюда будет видно хорошо. Как он вообще там стоит? Как он вообще здесь где-то платит? Может вообще он там не стоять будет? Он его даже он задел. Будет то же самое. Вот, и ты же задел, по-моему, еще больше, еще круче сделал. Сделай это. Да я же тебя не затянусь. Да нет, я имею в виду в игре. Че, по-настоящему что-то разобрать? Конечно. Жесть. Ты думаешь? Ты что делаешь, сволочь? Я тебе... Тихи. Лови, блин, лови меня! Ворота, я не понятно, ну хера! Что ты вообще делаешь, блин? Дрочишь, что ли, на всех, блин? Ну смотри, ну как можно было такой, ну вообще не следить, что ли? Смотри. Не следит, вот как так можно, смотри, как, вот что, забил? Ну что ты, что, вот смотри, ты ж стой... Косой, что ли? Ну чё, ну Горёк, ты слишком большие требования... Так нахера его, да, научить этому вратаря-то, блин, господи, вратарь, блин. А хотя это же наш, так что все нормально. NATO is all over him. Long ball over the top. Can he shoot? Хер тебе, вообще рожь. Shirakov. Van Bloom. Honda. Что такое? Что, опять по ноге заехал? Смотри сам. Сзади. Вот мяч ушел, ушел. Ты еще. Что ушел, ушел? Какой бред, блин. Может я не иду кнопку? Может опять что-то там таечки секреты? Охуеть. Саня, какой секрет? Быстро говори. Какой секрет? Никаких. Секрет, почему ты бьешь ногой именно по мячу? Как ты по нему попадаешь? Ну... Ах ты сволочь. Honda. And suddenly the defense is on the back foot. Honda's got it. He's one on one with the keeper. They grab the end. Сука, этот вратарь у него, блядь, я же пиздец, блядь, не вратарь. Все, фамилия, пиздец. Ну, очень подошла бы. Вратарь пиздец. Ну сегодня вратарь пиздец, пиздец. Сегодня вратарь пиздец, просто пиздец. Блять, да ёпта, ты чё, он чё, издевается что ли? Что это за вратарь? Не, ну сейчас ты удар хороший, в девятку. Блять. Вот я просто не понимаю, я этого просто не понимаю, как так можно вообще играть, как так можно, блядь.
Это отвалит от меня, блядь. Нет, никогда не отвалю. Я охочусь на тебя. Блядь, это сы... And that's been intercepted. He's going on his own. Great opportunity. Honda shoots. Охуеть! Да ты просто знаешь тактику, ему. Все, Сань, что ты играть-то, блядь? Ну какую тактику? Ну да что? Да ты все прекрасно знаешь, просто сидишь что и придуриваешь, что ты ничего не знаешь. Он же все главные ходы. Ты послушай себя, что значит все ходы? Тут нет такого понятия, это не FIFA. Есть понятие. Игорю. Как я действую, ты же читаешь мои ходы, знаешь, как я буду действовать. А, нет, ну что значит, ты знаешь, как ты будешь действовать? Я просто, я же под тебя подстраиваюсь, я же с тобой играю. Естественно, я стараюсь, как бы, ну, вычислить тебя. Это естественно. Что такое? А что, в чем дело? Нарушил. Да ладно. Ну, ты охренел? А, вот, спасибо. Пиздец. Нормально, блядь. Давай, Хонда, блядь. Охуеть. Опять со штрафного получилось. Чутенько вколотил. Не, все-таки, блядь. Ты не знаю. Вот это был пас на ход. Вот это пас на ход был. Спасибо, пас на ход. Блядь, сука. Да нет! Нет! Так, сдерживайся, не надо убивать картишку, не надо. Картишка ни при чем. Картишка, ты все. Ну рычишь ты классно. Блин, я тебя просто готов уже убить, блин. Да за что меня-то? За что я забил гол. Жесть, какая, Миша, с тобой опасно. Как гатарская, блядь. Жесть, бабу превратил, подпустил бы его на чемпионат для женщин. Ой, не знаю, что с ним сделал, блядь. Да, сука, защищай, блядь. Защищай! Блядь, ну что за говно, блядь, не вратарь, честно, говно. Нормальный вратарь. Не знаю, вратарь. Можно, думаешь, второй лучше будет? Давай еще попробуй, блядь, интересно, заменишь вратаря. Я не хочу, блядь, ну это пиздец, ну как? Ну он вытащил один раз, сейчас уже ничего сделать не мог, второй раз, когда вытащил я бил. Вытащил он один раз, блядь. Не, ну правда же, ты же видел сейчас на повторе, один раз он отбил. Если слово говоря, хочется такому удать, блядь, вот этот, блядь, мячик сунь прям в жопу, блядь, не знаю. Чтобы он с синяка не расставался, блядь. Дай сюда. Вот что? Ты чё там? Блять, вот ты... Как его фамилия? Кого? Вратаря этого. Ладыгин, имя я не помню. Надо написать, блять, про него, блять, в ВКонтакте, блять, вот его страницу зайди, писать, сука, почему тебя с такого долбоёба, блять, сделали его хуёвого игрока в кейсе, блять. Ну, Игорёк, он опять-таки вытащил этот удар, это уже было добивание. Ну, посмотри повтор, Ручкой, блин. Он вытащил уже первый удар, вот, смотри, вот, оп, с трудом, но вытащил, а тут просто уже добивание.